Мне очень нравится сегодняшний съемочный день, потому что команда собралась энергично. Я очень люблю работать с энергичными людьми. Плюс мне очень нравится мой образ, потому что он мне напоминает рассказы дедушки в глубоком детстве. Он был моряком. Первый раз участвовала в съемке с гранатой. Это было очень интересным опытом для меня. А я сегодня была в роли пилота и садила, видимо, свой личный самолет. Ну, все женщины как женщина, а я американский авиатор. Сложно одевать, я вижу такие очки первый раз, вот с этими дужками. У меня образ японского танкиста, умного, благородного и всегда побеждающего. Девушка моего образа очень романтичная, потому что море – это и есть романтика. Так что желаю всем море, солнце, счастья.